Всем привет! Сегодня 18 декабря 2023 года. Вот мы в Балаклаве, набережная названа именем матроса Назунина Ивана Андреевича, первого председателя военно-революционного комитета Балаклавы. Вот эта набережная сейчас идет здесь. И хотелось бы еще посетить крепость. Здесь на площади остановились. Вокруг горы, горы, горы. И набережная. Такая набережная, сколько катерочков. И вокруг прям горы. Горы, горы, горы. Вот с этой бухточки выезжаешь. Прям вся в горах вокруг. Татьянин мыс, ресторан. Ну вот, пожалуйста, здесь на набережной памятник Куприну Александру Ивановичу с шляпкой. Армен продает неприбыльный бизнес. Так, ну вот, такая набережная в январе. Десять часов утра, народу практически никого. Ну, ветер сегодня, ну тепло, 13 градусов тепла. Детский сад номер 17 прям выходит сюда. Вот так детишки куражатся. Как раньше строили. Так, ну вот здесь смотрите, такое здание. Сегодня. И стоимость проезда до пляжа. Серебряный пляж 160 рублей. Васильева балка 160, золотой 200 рублей. Ямшовый фиолент 300, инжир 300. И схема пляжей и морские прогулки. И вот, вот можете посмотреть пляж. Серебряный, золотой, инжир, ишмовый. Так, ну вот дошло, что это за здание. Кинотеатр. Вот Родина написано. И вот это сегодня там афиша, что сегодня шло. И показывается афиша на сегодня. То есть на Абхазию говорил, а тут такие же заброшенные, никому не нужен, оказывается, кинотеатр, да даже просто здание сохранить. Вот такое отношение ко всему. Ну что, хотел показать еще вам вон вид, эту бухточку. И что интересно, сейчас еще что-то интересное покажу. Пока подождите и смотрите, сколько медуз. Не обращал внимания. Прям смотрите, прям вообще кишат. Медузное желе. Во, вообще просвета нет. Вот это да. Все в медузах, а дальше нету. Опа, вот они, медузочки, пригрелись здесь. Здесь не прошу, сразу с животными запрещен, лет 50 мест, заходим, рыбалка запрещена, лавочки, водолазные костюмы. Детская даже развлекаловка на весике. И море. Красота. И вот здесь медузиков
поменьше. Вот она, Чимбала, Кинуэзская крепость. Так, музыка, Балаклавский дворец культуры. Автобус 94. Из дерева, смотрите, как сделано. Девушка, представь. Внимание, через 100 метров проход закрыт. Так, вот здесь в Балаклаве небольшой мемориальный комплекс. Здесь в Балаклаве стоял насмерть в период обороны города Севастополя пограничный полк под командованием подполковника Рубцова Герасима Архиповича, героически погибшего в июле 42 года. Вот Рубцов Герасим Архипович там. От однополчан Рубцов, от пограничников, пионеров Балаклавы. Октябрь 71 года поставлено это. Так, вот еще напротив обелиск. Вечная слава героям, павших в боях за Балаклаву в годы Великой Отечественной войны 41-45 год. И здесь поименно имена всех. Там уже Балаклавский сквер.